Слава Украине, привет всем от Полонского. Несколько очень важных моментов по поводу уничтожения моста в Чангаре. Так вот, там сейчас остался еще, вот тут дети у меня лупают мячиком как раз под ухом, но неважно, прикольно наоборот, да. Да, так вот, есть там еще один переезд в Армянске, да, и расисты, в принципе, могут его использовать, но есть несколько очень больших но. Во-первых, там плохая дорога, хуже гораздо дорога, чем дорога в Чангаре, и, ну, по ней ехать сложнее, скажем так, мягко говоря, сложнее. Это первый момент. Второй момент, она длиннее на 100 километров. Окей, хорошо. Третий момент, и он, пожалуй, самый важный. Если ехать, например, там через... Короче, если ехать через Чаплынку, то... расстояние до наших позиций становится уже километров 40-50. Я точно не скажу, но в районе полтинника, да? Вот. А что это значит? Что до этой дороги запросто достают наши хаймерсы. Просто запросто. При случае даже пионы достанут. Так что не вопрос. И разносить там колонны, это будет одно только удовольствие. Это первый момент. Второй момент. Можно сделать больший крюк, если, например, эта дорога не понравится, там... подобраться, как говорится, ближе к Херсону и проехать по более проездной дороге. Но там расстояние до наших передовых позиций 20 километров. То есть достает любая дальнобойная артиллерия, и все это кроется. Поэтому, как говорится, теперь у рашистов такой момент, знаете, очень неприятный. Раньше они считали, что они могут довольно спокойно ездить как хотят и куда хотят. Теперь у них проблема. То ли через Хаймерсы ехать, то ли через нашу ствольную артиллерию. И да, все будет Украина.